Знаете, я отношусь, я такая женщина, знаете, у которой, ну, считаю себя таким рациональным человеком, то есть, да, женщины, все, их принято считать эмоциональным, все, поэтому все, что касается космоса, все, что касается там тарелок, каких-то звуков, летающих тарелок, каких-то звуков, приходящих оттуда, каких-то инопланетян, вот это все для меня, я, знаете, ну, как бы, пока не увижу, не пощупаю, я никогда в это не поверю. То есть вот у меня как бы, да, наши космонавты летали на Луну, что-то изучали, ходили там, да, вот мы... Пардон, мы видели и какие-то съемки из космоса, да, то есть как бы, какие-то вещи, да, нам показывали по телевизору, вот, но все, что рассказывается сейчас, что где-то что-то кто-то услышал, кому-то там в окно залетело, там, так сказать, кто-то прилетел, вот, что-то, какие-то человечки, вот, это пока для меня как бы на уровне, ну, просто рассказов, сказок, вот, которые я читаю детям на ночь, вот, поэтому, ну, так, да, с интересом я послушаю, чисто информативно, но серьезно к этому относиться не буду.